Так, ну что, друзья, всем привет! Вы на канале Михалыч. Подписывайтесь, ставьте лайк. Так, ну что, друзья, все, короче, собираемся мы. Время у нас 3:30 утра. Только-только еще начинает светать. Я тут вчера все загрузил. Сейчас осталось мне тут самое ценное и необходимое положить. Сейчас я выеду, а то тут сейчас вечер колеса грязью обширкаюсь. Так, ну что, все. Так, ну что, все, выехал. Еду за брата. Там уже вон светлячки, туды-туды ходят, моргают.
Поставили, короче, новое колесо, почему-то оно спускает и раскручиваются болты. Второй раз уже болты подтягиваем, третий раз качаем. Да, блин, вообще как фигня какая-то. Так что практически мы доехали до первой переправы. Не знаю, ну, до реки, не знаю, как сейчас. Проедем, не проедем там. Фиг его знаю. Что-то будем делать. Идет морось такая небольшая, неприятная. Вот. Ладно, мы мчим дальше. Дорогу я всю снимать не буду, потому что буду экономить память. Так вот, где труднопроходимые места буду снимать. И все. Ладно, все, мы дальше включим. Так, ну что, друзья, у нас первая серьезная преграда. Это вообще пипец. Я не знаю, как мы ее переезжать будем. Сейчас будем искать кушины, валить сушняк и как-то переграждать, потому что течение пипец какое. Рассказ несет сразу же. Да, тут промоина, это вообще пипец. Пу-пу! Утя-утя! Тюти-мути! Живите до завтра! Завтра откроется сезон охоты! Вот такие дела, ну блин! Пипец! Речушка нынче разлилась хорошо. Можно на моторе спокойно жухать. Но если дождя ничего не будет, то день-два и все. День-два и все. И сразу, короче, вода упадет. Опа. Такие вот дела. Конечно, разливчик-то вообще просто шикарнейший. Всегда бы вот такая бы вода была бы на этой реке, да, блин, цены бы не было бы просто, и рыба бы заходила, и все. А то летом можно вообще в коротеньких сапожках прям по реке идти. То есть настолько вода падает, что, блин, пипец. Ой, что-то аж тут сапогов не хватает. Что-то вот там нет, что-то. Подожди, фотку накачаем, блядь, лови. Палку бы хотел, ёпта, горел бы. Да нет, куда ты нахуй, там ямина будет сейчас, блядь. Да-да. Течением просто не удержишься, унесет нахуй. Стаскивает, блядь. Так, оделся я, короче, вейдер сейчас. Буду переходить на ту сторону. Блин, друзья, такие кадры не снял. Короче, переходил вброд сейчас. По локоть весь сырой. Вода леденющая, я вообще рук не чую просто. Перетащили такой отбойник. Фу. Хорошо. Да, друзья, с водой, короче, шутки вообще плохи. Особенно с весенней. О, я до сих пор руки отогреть не могу. Буквально минут 15 в воде пробыл. Аж руки жгет. Это вообще труба. Хорошо, что я себе купил вейдерсы из неопрена. Вот, то есть, блин, как бы тепло, все хорошо, телу, ногам. А вот руки пипец у меня. Руки, короче, по локоть в воде были. Пипец, они просто замерзли. Я говорю, блин, нет. Сраная батарея садится. Больше нахрен я эти не оригиналы покупать не буду. Такая фигня на улице. Плюсовая температура, она
Короче, пишут, что низкий уровень заряда аккумулятора, хотя 100% кажет, блин. И постоянно вырубается, вырубается. Вот. Блин, ну короче, руки я смочу в этой... Блин, скотина сраная выключается. Короче, руки смочу в ледяной воде. Мне аж что-то сердечко... Это, аж сердечко, короче, что-то начало подшаливать, блин. Это вообще пипец. Я представляю, когда в воду упадешь, какой стресс у организма, короче, это пипец вообще просто. Ладно, на, помогать тут. Делаем сейчас. Да, друзья. Пипец вообще. Фух, сижу на лодочке, тут казаночка. Надо будет как-то ее домой утащить, подремонтировать, малеха. Прогудронить, да. В некоторых местах он тут. Надо нос подделать, да так. Пробития тут вон всякие. Уже сырой резиной все это заделать, замазать. Друзья, если кто-то будет покупать вейдерсы, берите только неопреновые. А остальное все фигня. Вот. В ледяной воде, короче, пробыл полчаса и вообще даже ну, нисколечки не замерз. Сраная эта батарея. Так, ну что, у нас опасный момент будет сейчас. Будем переезжать. Нашли тут сушины валежника. Притащили, все сделали, сколотили. Так, первый брат у меня едет. Опасненько, очень опасненько. Показывайте. Ё-моё, вот это. Даже у меня маленечко там поджалось. Не знаю, как у брата. Так, Паша есть, показывайте. Голубенькая кибитка. Так, ну что, переплавляем третий каракас. Он немножечко потяжелее из-за того, что тут стоит дизельный двигатель, также кунг стоит. Оу! Короче, пипец. Оу. Ну, думаю, что пару дней и все. Вода быстро упадет. Тут речка быстрая. Она быстро это, в себя воду набирает. И быстро, короче, вода. Мы вон пока ковырялись, так где-то я смотрел на дереве, сантиметров, наверное, 5-10. Вода уже упала. Так что вот. Да, блин, плохо не заснял, когда я тут в вейдерсах лазил почти по грудь. Так-то, блин, прикольно. Вот если кто-то захочет приобрести вейдерсы, покупайте только неопреновые. Потому что остальное все это фигня, а неопрен, блин, вещь вообще, я влюбился. Я вот первый раз попробовал перчатки неопреновые. Блин, так они мне понравились. Вот, и теперь хочу на все перейти. Также присмотрел себе сапоги. Хочу сапоги себе из неопрена купить. Правда, зараза, дорогие они. От 8 тысяч и выше.
Вот. Ну, не знаю, может куплю, может нет, но как бы желание есть приобрести, но не знаю, получится, не получится. Так что вот, такие дела. Ладненько, мы сейчас маленечко перекусим. Что-то там то ли дерево сломало, то ли что-то. Вот, сейчас мы быстренько перекусим и продолжим свой путь дальше. Дальше у нас дорога все сложнее и сложнее будет. Где-то речушки, где-то помоины, болотины. И потом, как к Уле подъедем, тоже будем мост делать. Вот. А, еще забыл сказать, стоим тут, это что-то трещим. Я пока тут батарею менял, достал из рюкзака манки. Сперва уткой покрякал, тут два селезня пролетело. Потом достал манок гусиный. Я не знаю, наверное, раза 3-4 гаркнул. Фу, штук 20 гусей летит, это вообще пипец. Тут, блин, все побросали. Короче, кто что, давай быстрее смотреть там. Ну, гуси так, они стороной, что они нас сразу подсекли. Что-то такая толпа, что-то кто-то шевелится, что-то делает, вот. И гуси просто стороной, фух, пролетели и все. Так, ну что, заправляем каракатину. Ё-моё. Вода побавилась, там по елке видно. Вот она, видишь, все черная полоса на елке. Уровень воды упал, да, вот настолько. Так, все, полный бак. Все хорошо, едем дальше. Так, ну что, друзья, без приключений, походу, нам тут никак. Разбортировалось у нас колесо, заказывал я колесо. Вот, вырезали херово. Так что вот такие дела. Будем менять это обратно колесо. Так, ну что, друзья, начинаем тут опасненькую переправу. Вот и пипец. Все, проехали. Еду, короче, домой, меняю сейчас покрышку, вижу другую. Это разбортировалось. Опа. Все. Мучим. Так, ну что, остановился я, короче, позвонил сейчас брату. Сейчас брат на мотоцикле попробует привезти такенную вон покрышку. Вот. Заказывал я у парня. Парень то ли ее, короче, сильно обрезал, то ли что, фиг его знает. Сперва спускала, мы болтиками подтягивали. А по итогу вообще просто она разбортировалась, и все, я, короче, блин, что-то уже залипать начинаю. Вот, еду там где-то на половине пути, может, с братом встретимся, он мне передаст, с ним мы обменяемся покрышками, и я обратно поеду. Блин, проехали-то всего, наверное, километров 13-14 из 70 с лишним там. Вот, даже половину пути не проехали и просто день потеряли вот из-за этого, блин, долбаного колеса. Время у нас уже 1:30. Ой, какой 1:30? 13:53. Время уже 2 часа. Пока туда-сюда, это уже часа 1.5, наверное, пройдет, пока собираем. Пока там-сям. И все. Уже время, вечер, уже темнеть будет. Придется по потемкам ехать. Так что вот такие дела, блин. Из-за какой-то, блин, фигни. Столько геморрою. Так, ладно, все, я дозвонился.
Еду, короче, ехать мне где-то 6 км. В лучшем случае, если брат там на мотоцикле не сможет проехать, то придется мне еще 4 проехать. То есть 10 км мне надо будет ехать. Вот такие дела. Ладно, чем дальше. Так, ну что, вернулся я обратно. Парни собирают пока колесо. Я тут все, каракат обратно собрал. Вещи упаковал. Блин, не могу, сушняк какой. Тут за термосом сейчас чайку попьем и дособираем все и, наверное, покушаем и уже поедем. Тут не лучше.